Доброволец России – конкурс, который проводится ежегодно по всей России. Волонтеры Белоярского района принимают участие в этом конкурсе третий год подряд. Первый заявочный этап проходит до 16 июня. Именно поэтому волонтерские объединения встретились и отобрали лучшие проекты для участия в конкурсе. Конкурс проводится в несколько этапов. Сейчас была сначала подача заявок. Затем в период в июне будет выдаваться каждому задание, на основании которых будет принята оценка, допустить к заочному этапу или нет. После, на основании публичной защиты в заочном этапе, принимается решение о допуске финала на всероссийский этап. Кроме этого, участники встречи подробно разобрали алгоритм регистрации, обсудили проблемы, которые могут возникнуть, и как их решить. Самым молодым участником форсайт-сессии был Максим Хандак. Его проект «Клоуны в больнице» уже был победителем конкурса программы проектов на муниципальном уровне. Теперь планка выше. Со своим проектом Максим участвует в конкурсе «Доброволец России-2019». Суть проекта заключается в том, что мы проводим различные игры, мастер-классы, цирковые представления с детьми, находящихся на стационарном лечении в нашей больнице. Инициатив от представителей всех волонтерских объединений было высказано много. Итогом встречи стало точное число проектов, которые примут участие в конкурсе. В этом году их 7. Анастасия Бокова, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский.